Джон Коннелли. Сон среди зимы. Мальчуганом я ходил в школу, которая находилась возле кладбища. Сидел я за последней партой, самой ближней к окну. Получается, все эти годы я проводил около кладбищенской ограды. Мне вспоминается, что когда осень близилась к концу и зима накапливала силы, я ощущал, как ветер изо всей силы дует в оконный переплет. Щель тянула стужей, и она была словно дыхание мертвецов, от которого у меня всегда мурашки бежали по позвоночнику. И вот как-то раз, в середине блеклого января, когда к 4 часам дня свет начинает меркнуть, я как будто ощутил на щеке синюю летую тень. Обернувшись, я увидел, как за окном на меня таращится какой-то человек. Никто его не заметил, только я. Кожа у него оказалась сероватой, как пепел на давно прогоревших поленьях. А недобрые глаза на выкоте были черными, как чернила в школьной чернильнице. Припухлые десны обнажали источенные зубы, придавая его облику нечто хищно-голодное. Лицо его смахивало на маску, на которой запечатлелось жадное, ненасытное вожделение. Я не испугался. Странно, но это так. Я знал, что он мертв, а мертвецы над нами не властны. Или же властны лишь настолько, насколько мы сами допускаем. Тощие распяленные пальцы касались стекла, но через секунду-другую он бесследно исчез. Шли годы, но я не забывал о нем. Я вырос, женился по любви, стал отцом, схоронил родителей, состарился, и лицо мужчины за окном отчего-то сделалось мне знакомым и даже близким. Порой мне казалось, что я вижу его в каждой стеклянной поверхности. Однажды я заснул, а когда проснулся, то понял, что в одно мгновение преобразился. Возле кладбища до сих пор стоит школьное здание. Зимой, под прикрытием тускнеющего света, я, крадучись, подбираюсь к окнам, прикладываюсь пальцами к стеклу и приникаю к нему лицом. Иногда на меня оттуда оглядывается мальчуган за задней партой.